Добрый день! Сегодня хочу вам представить наш ЧПУ-станок Bengo Master. Данный станок предназначен для обработки колец и браслетов как плоской, так и полукруглой формы, а также для работы с плоскими изделиями. Конструкционно машина состоит из станины самого станка, рабочей зоны. Очень важно отметить, что рабочая зона имеет закрывающиеся дверки, соответственно, весь металл, который у вас образуется при обработке колец, он у вас остается внутри станка, и вы, соответственно, легко можете его потом достать. Сама рабочая зона состоит из держателя, на который надевается цанга либо для кольца, либо для браслета, и шпиндели. Каждый шпиндель имеет разную форму и используется для применения с разными видами резцов. Тем самым, комбинируя различные виды как резцов, так и шпинделей, мы можем получать то разнообразие узоров и дизайнов, которые нам необходимы. Для автоматической работы станка также используется магазин резцов. Соответственно, если ваш дизайн подразумевает использование большого количества резцов, вам нет необходимости останавливать станок для смены резца, машина сделает это автоматически из магазина. Работа оператора сводится к трем простым задачам. На первом этапе оператор выбирает тот дизайн, который ему понравился или который ему необходим. Далее замеряет ширину кольца, а также его диаметр. И соответствующие данные вводит в поле ширины и в поле диаметра. Производительность данного станка позволяет вам производить до 300 колец в смену. Если вас заинтересовала эта машина, также вы хотите ее протестировать, вы можете посетить международные выставки, где мы принимаем участие. Также мы можем изготовить для вас образцы по вашим файлам и прислать на вашу фабрику, чтобы вы уже смогли оценить это качество. Если вы хотите получать больше видео на русском языке о нашей продукции, подписывайтесь на наш канал, и мы будем продолжать это делать. Всем всего доброго!